That's a good mark if you follow Lenin's Park. Comrade Atomy with you and Transformers Battlegrounds. So this is my group. Ну что, товарищи, это хорошо, когда мы с вами вместе идем в трансформеры боевые... Как его... Поле боя, трансформеры. Вот так вот с вами. Я товарищ Атомный, это наша команда. So I decided to take RC, Wheeljack and Bumblebee. Я взял Шершенька, RC и Колесного Джека. Because two healers is a winning combination. Потому что два лекаря — это хорошее решение. Лорд Мегатрон, я взял под контроль Энергон. Приготовление почти завершено. Shockwave, my favorite. Shockwave, мой любимчик, шокволна. Отлично, шокволна. Возвращайся на мост. Ищейки будут охранять периметр. And we will go through all of that. Мы пройдем через все это. Мы почти на месте. Пробьем их оборону. Of course you can. Конечно, сделаем. Because that's... There is no other opportunities in such a games. В таких играх других возможностей просто нету. Charging Energon. Заряжаем Energon. Окей. Так, ну нормально вроде. So we need to storm the front. Нужно штурмовать их. But actually, that's not good. Но на самом деле это не очень-то хорошо. Can you shoot? Можно стрелять? No. Okay. Give a shield. Тогда щит давай. End of turn, конец хода. Let's Decepticons move. Пусть двигаются Decepticons. It would be better a sign of Transformers, you know, in order to end turn. Лучше бы кнопку конца хода сделали в виде это сам символа трансформеров, да? And like it switching whose phase, чтобы она переключалась на ту чья фаза. So more Energons, больше Энергонов. I recommend that for people that only starting tactical games. That would be a nice game with a nice difficulty. Because you know, for experienced one, like you need very hard tasks. But for the newbies, like the hard tasks is impossible to complete. В общем, что хочу сказать, что... этот самый... А почему по другим не попадает? Why the others do not receive... Okay, they receive. Why this did not receive? Почему тогда не получил? Shoot there. Ну что, стреляем туда. Okay, one down. Одного завалили. Now, her turn. Теперь ее чит. No, нет! That was stupid. Это было глупо. And sorry for that. Извините за это. Defense activated, оборона активирована. So finish off, заканчиваем. And now, одного завалили. Can you move, может ли двигаться? No, he can't. Нет, он не может. So just pass through, просто проходит. Мимо. And why still the characters are not animated, like using all times the pictures? И мне непонятно, почему до сих пор, вот знаете, портреты всех персонажей не анимированы. Постоянно какие-то картинки используют. Ну блин, это ж... Тут же, блин, со времен StarCraft'а сделали круче, блин. Не могут, что ли, повторить? So they like, can, like, cannot repeat. The only, like, StarCraft, Warcraft series uses the 3D portraits. Только StarCraft и Warcraft, блин, единственные игры, которые используют 3D, эти самые, портреты воинов, блин. Ну, блин, ёлки-палки, развивайтесь. Try to develop, like, guys. Come on. Bumblebee. Окей, так, хорошо, Шушенёк двигается сюда. Ещё один, стреляем в тыл. So we need to move like through here. Нам сюда нужно идти.
Окей, we need not to kill everybody. Ага, нам не надо всех добивать. We just need to move through. Нам просто пройти нужно. Now I get it. Теперь я понимаю. Окей, that's too many. Это слишком. Okay, that would be destroyed. Это будет уничтожено. So let's do it. Ну что, стреляем вот так вот. Ah, the most easy one. Ну давайте самый легкий. Yeah. She's scrap. So this one shoot it. Это уже стреляло. Now repairs. Теперь ремонтируем. She can move, она может двигаться. Yes, she can, да, может. Affirmative. Сюда пошел. And she will go forward. Вот она пойдет вперед. Can hit, может пробить. So it can then shoot. Ну, раз может, значит и должна. See what Decepticons doing. Посмотрим, что делает Decepticons. Blackjack? Blackjack, да? Не хватает только... А, ладно, не буду говорить, да? Ну, окей, so... not a full... like set. Не полный набор у нас, да? Только Blackjack есть, а вот второго не достает, да? Ну, там не только второй, но... Второй пункт, да, в общем-то. So we just need to move on. Просто нужно двигаться вперед. That's all what we need to do. Это все, что нужно делать. Просто брать и бежать вперед. Okay, okay, here we go. Ну, вот так вот побежали. Level increased, повышен уровень. So now going through here, теперь пошли сюда. Йолда полечился. That's really good, это очень хорошо. So let's not destroy them, let's just go through. Давайте не будем уничтожать, будем просто пробегать. Now your time to go, время тебе двигаться. Окей, okay, I guess that's good. Я думаю, это достаточно хорошо. Атака движения отталкивает и наносит. Окей. So he returns back. Он возвращается назад. I thought he would be just going forward. Okay. Я думаю, он просто вперед будет дальше идти. Her task to attack you. Время атаковать. Okay, she can go right through here. Она вообще может туда сюда добежать. Not good. Нехорошо. Everybody attacks Bumblebee. Why? Почему все так ненавидят шершенька? They have allergy on the bumblebees. У них типа аллергия на шершни, что ли? На пчел всяких, да. So this game is pretty awesome. Игрушка достаточно хорошая, but not for those who play hard turn-based games like hardcore. This is more like mediocre or beginners. В общем-то по сложности я скажу, игрушка классная. Только вот по сложности, то есть она подходит либо среднячкам, либо новичкам. Она не подойдет тем, кто, знаете, вот, допустим, Black Guards проходил, да, тем более на высокой сложности. То есть тут не все так сложно, или не все так круто. Forward, forward, forward. Вперед, вперед пошел. Ил, лечись. Окей, defense, готова оборона у нас.
No, can attack, может атаковать. Okay, that's nice, да, так и надо. Goodbye, пока. So the enemies are now far away, враги теперь далеко. Can you destroy, можешь ли его забить? No, so just move forward, ну тогда просто двигайся вперед. That's like military camp or военный лагерь. We will just move faster. Мы просто пройдем быстрее. And won't stay with those losers. И не будем стоять с этими неудачниками. It's better to skip them to fight. Лучше, конечно, пробежать, чем да, воевать. А, that's nothing, that ain't true. Plating boosted. Maximum, максимальное движение. No problem. We're in evacuation zone, уже в зоне эвакуации. Трансформ, трансформируешься. And right on. И двигаешься вперед. Very weird cars, весьма странные машинки. Okay, yeah, we've completed the mission, да, наконец-то закончили миссию. Next, следующий shockwave. Сражение снова с шоковой волной. Нарушители, уничтожить их, они не должны сорвать последнюю фазу. So who would be fighting us? Кто с нами будет сражаться? Why, like, why there is all times the same? You know, there is no variety of enemies. Нету разнообразия врагов. That's a problem, I think. Я думаю, это проблема. Сюда пусть идет. Now heal and shield. Лечись и укрывай ее. Блонди, блондинка. What she was doing with her leg? А что она делала со своей ногой? I don't think that she needs it. Я не думаю, что это нужно делать. Okay. So can he shoot more than that? Yeah, so. End of turn. Конец фазы. I like the spiders. Мне вот эти паучки нравятся. They really cute. Они реально прикольные. Okay, shield removed. Убрали щит. Now the flyer comes in. Вот теперь летун подприближается. That's bad, that's so sad. Это плохо, не надо так делать. Окей, shit, стреляем. Невозможно. Now that's possible. Теперь это возможно. Everything is possible. Все у нас возможно. Let's drive. Пусть едет сюда. So now the stars. Теперь вот эти вот, эти самые. Okay, yeah. Rainfire. Огонь. Огонь дождем в россыпь. She's crazy, она безумна. But I guess that's why everybody likes her. Вот почему она всем нравится. Okay. Here, сюда пошел. Ultimate ready.
We'll finish off the conchit now. Нет, so start here, shoot here, тогда сюда стрелять. Нелогично. Oh, he is a big spider, он большой паук. But he was like not a spider, he was scorpion. Он же, по-моему, в скорпиона трансформировался. Like, if I was doing Transformers, I've made possibility to transform them and remain in the transformed form with the special abilities. Чем если бы я делал игрушку по трансформерам, я бы делал бы, чтобы они были... Ну, типа, ты сам выбираешь, в каком форме будет трансформер, в трансформируемой или нет. He has problems, у него явно проблемы. We need to defeat Shockwave, нам нужно шоковую волну победить. Окей, finish off, заканчиваем. Got optics. Am I deactivated? First deactivated, первый деактивирован. Can I transform? Могу ли я трансформироваться? Окей, move then, тогда двигаешься. And repairs и ремонт. Like all three, даже три можно сделать. Now her turn, теперь ее черед. Get here, сюда пошла. Okay, no, that would be deadly. Нет, это будет смертельно. So what he gonna do? Что он будет делать? Ooh, that's interesting screams. Интересные крики. But he was with shield, но он уже был в щите. Like, how this working? Как это работает? Trying to repair, постарается отремонтировать. We need to destroy the boss and everything would be easy then. Самое главное босса прибить, остальное все будет легче. Okay, that's a hard damage, достаточно жесткий урон у нас. So, shooting here, сюда стреляем. That's 3 damage, это 3 урона. Now here, теперь сюда пошли. Хилды подлечились. Your turn to attack. Его черед атаковать. Goodbye, Shockwave. Пока. Шоковичок. Can you... Okay, yeah, you have three. Да, у него три. So, full repair, полный ремонт. And protection. И защита. Shield active, щит активирован. Now more energon. Теперь больше энергона. So, we now only weaker should destroy. So, теперь словечков только подобивать. И будет нормально. Вашу мать. Shockwave was the most dangerous. Шок-удар был самый опасный. Healing, healing, healing. Лечение понадобится. Пошли. What he can do? Что он может сделать? He needs to make some healing. Ему нужно немного полечить.
ты готова. Now your turn, теперь ее черед. Sure. In position. Also heal, точно так же лечи. So this move forward, этот вперед поехал. Why, like, if we are moving to, like, axes near the enemy, we do not do multiple damage? Непонятно, почему, если мы несколько клеток проезжаем возле противника, мы не наносим урон, ну, как бы, несколько раз. Because, like, there is few mines, поскольку уже несколько мин прибывает. So, they're trying desperately run away, да, пытаются вообще убежать по максимуму. Shield defended, щит защитил. Yeah, ну да. Окей, two left, осталось два. Nothing heavy, ничего сложного. Nothing hard. Wheeljack needs to heal. Колесному Джеку нужно полечиться. Okay, that's the best route, самый лучший маршрут. Сюда подбегаем. And fire, и огонь. One down, одного завалили. Okay. Few more to go, еще парочку добить осталось. Charging. Okay. Charging энергон, заряжаем энергон. Now the bumblebee finishes all. Шашенек прибивает. Окей, mission complete. Миссия завершена. Вы опоздали, связь восстановлена. Наша победа неизбежна. That's nice, это хорошо. So he's running away again, снова убегает. Why they did not kill him? Почему они его не убили? Он сказал, связь, он что, про мост? Точно, космический мост хранится в этом разбившемся судне. Отремонтированный и перегруженный энергоном, он может достичь Аякона за пару астроциклов. Значит, все куда хуже, чем я опасался. Если Мегатрон вернет искру на Кибертрон, все пропало. Автоботы, приготовиться. От исхода грядущей битвы зависит судьба нашего мира. Ну да. Ну да, ну да. So, what's new in the lab? Что у нас нового в лаборатории? No, I don't need that. Мне это не надо. So, nothing on Optimus. Ничего по Оптимусу нету. Yeah, really nothing about Optimus. Да, вообще по Оптимусу ничего нету. Next mission, следующая миссия. Yeah, the same. Like, Optimus Prime, can we change? Мы можем поменять? Better Grimlock. Лучше уж мертвая хватка. Yeah, he has a better attacks. У него лучшие атаки. I don't like Optimus here. Мне вообще здесь не понравился Optimus. Not how he looks, not how he behaves. Not what abilities he has. Вообще, ни по возможностям, ни по тому, как он себя ведет, ни все это, Optimus мне не понравился. Continue. Продолжим дальше. Cool, прикольно. Мегатрон, автоботы приближаются. Нет, вы двое выходите на мост. Шок, волна, готовь камеру. Звездный крик, высылай подкрепление. Я не буду бегать на посылках.
He is always ruining the good plans. Он, как всегда, хорошие планы ломает. Двигайся, тупица, наш момент настал. Сила искры совсем рядом, надо лишь протянуть манипулятор. Окей, so we go on Cybertron. Мы, похоже, на Кибертрон идем. Если искра покинет Землю, Кибертрону конец. Нужно удержать их и ударить по Мегатрону. Вперед! За искру! За Ленина, за Сталина. For Stalin, for Lenin, for the Spark. Let's move on. Spark is the magazine of the communists that was of, ruled by Lenin. Okay, moving forward. Вперед двигаемся. And then they created the Pravda, or the truth, where the Stalin was in charge. Да. То есть вначале была «Искра», ленинская газета, ну а позже появилась «Правда», которая уже главным редактором выступал Сталин. Ну, регулярно Ленин его наставлял на путь истины, вот. Потому что не все же Сталин сразу умел, да. Постепенно рос. И дорос. Окей, so we need to hold legs extremis. 6 ходов нужно держаться. Oh, tank is moving on. Танк выдвигается. Like, that's really cool. Это вообще клево. I like the Megatron as a tank. Мне вообще нравится то, что Мегатрон танк у нас. We need like to hold 6 turns. Нам 6 ходов продержаться надо. Or we need to defeat Megatron. Или нам нужно победить Мегатрона. He still has his shields. Интересно, у него еще есть его щиты? То есть счет первый выстрел. Let's fire. Давайте. Oh no, he has no shields. Нет, у него нету щитов. So that's good. Это очень хорошо. Get closer. Ближе подходи. Give her shields, давай ей щиты. And you move on. Ну а ты двигайся вперед. Charge зарядилась немножко. Kill the Megatron, убиваем Мегатрона. Fire, огонь. Fire as I desire. Огонь, как я того желаю. Now she can transform and move. Она может трансформироваться и двигаться. But I don't think that's a good idea. Но я не думаю, что это хорошая идея. Let's her hide this from this side. Давайте с этой стороны пусть спрячется. Wheeljack. Wheeljack cannot do nothing. Wheeljack никуда не может двинуться. So he will hold there. Он будет стоять там. I didn't watch my task. Я даже не посмотрел мою задачу. I'm like so inspired by that I can kill the Megatron that now I'm doing everything I can to do that. Чем я так впечатлен заданием именно за, ну, то, что я вот тут валю и наношу много урона Мегатрону, что даже не посмотрел, какая у меня такая окончательная миссия или задача. Так, это у нас все равно щит сработал. He shield defended me. Do we have some strong attacks? Если какие-то сильные атаки. Okay, they are attacking different bots. Они пока разных ботов атакуют. So we need to hold. По-моему, нам нужно просто держаться и все. No, Megatron is healing. Нет, твою мать, лечит Мегатрона. She can strike, она может атаковать. And she will strike, она будет атаковать. Well, that's bad, вот это уже плохо. So, three у нас. Okay, that's much better, вот так вот значительно лучше. Fire on, огонь.
Everybody damaged, все повреждены. А, that's two, это два у нас. But I guess I need three. Ну, похоже, нам нужно таки на три пройти. Fire, огонь. Oh, he will attack even her. Он даже ее будет атаковать. That's bad. Это плохо. That's okay. Ну ладно. Риск, давайте рискуем. His turn, его ход. He will heal, он сейчас будет лечить ее. And, okay, can you run for 50%? За 50% можешь атаковать? Okay, one would be down, одного завалим. That's two down, это двоих. So we can, like, okay, it's better to destroy two. Ну ладно, лучше уничтожить двоих. That would be lesser attack. Так будет меньше атаки хоть. Now, who can ride? Теперь кто может ехать? Okay. That would be explosion. Это будет взрыв. I doubt this is good. Я сомневаюсь, что это хорошо. She can also drive. Она тоже может проехать. Okay, let's do this. Давай так и проведем. What the Megatron gonna do? Что ж Мегатрон будет делать? I didn't watch the game, the task. Я снова задачу не посмотрел. Like, really? Серьезно? Oh, so she has shield. У нее есть щит. So she did not receive any damage, поэтому она никакого урона не получила. We need to destroy more Decepticons. Надо больше Decepticons. And finally to see what the task is. И наконец-то посмотреть, какая задача у нас. Like, that's the most serious problem. Это самая большая проблема. Like, we are not watching what our task. Я даже не смотрю, какая у нас задача. They are healing Megatron. Блин, лечат Мегатрона. No, crap. Да твою ж мать. Like, they really, really healing them strongly. Да, они вообще его сильно лечат так. Okay, we need to hold three turns. Три хода нам нужно держаться. Wheeljack, так Wheeljack. That would be not enough. Этого будет недостаточно. So, she can move. She cannot move. Она не может двигаться. And she is out of range. И вне радиуса. That's really sad. Это совсем грустно. So let's retreat. Отступим. And starting healing each other. И начнем друг друга лечить. Так пройдем. So in any case, в любом случае, this gives 3 damage. Это дает 3 урона. Go, ну погнали. Said I did not destroy. А жаль, я так и не уничтожил. The cube, куб. He killed his... Oh. Like, comrade, он своего товарища завалил. Only a few Decepticons left. Только пару Decepticons осталось. But I think Grimlock has finished. Ну, думаю, Grimlock сейчас добьют. Yeah, no way he survives. Вообще нету никаких шансов, чтобы он выжил.
Now 3 damage, 3 урона. And yeah, Гримлок done. И все, Гримлока добили. Типа кто-то это самый хрупкий. Щилдс, щиты. That's all three. Это все три движения будет. Окей, да, хорошо. Уилджек тоже вперед. Мегатрон, немного Мегатрону навалял, но ничего, нормально так. Now her task, теперь ее черед. Окей, гал, да, погнали. Let's give him at least some damage, ну хоть какой-то урон будем наносить. Because the Megatron is too powerful. Потому что Мегатрон очень силен, блин. Nowhere he can run, куда он побежит. Said we lost Гримлок. Жалко, что Гримлока потеряли. She defended, она защитилась. Oh, now, like, now this star. Теперь сейчас это будем сейчас с дождиком стрелять. Йо-йо, так вот пошли. Go out, выходи. Shoot, стреляй. One bites the dust, еще одного завалили. And back to here, и назад сюда. Let's go here. Ну пусть сюда едет. I need some healing. Лечение просто нужно. Okay, see you next episode. Увидимся в следующем эпизоде. Live long and prosper. Живите и процветайте.